Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надежда Эггерс, я риэлтор во Флориде, а точнее в городе Орландо и его пригородах. Сегодня мы находимся в таком замечательном комьюнити. Мы в конце концов вас услышали и решили показать кондо. И я нашла кондо, который не стыдно показать в красивом комьюнити. Называется Азур. Это комьюнити находится в Орландо, в районе Метро Вест. Это не пригород Орландо, это просто район Орландо. Называется Метро Вест. Если вам нужна любая инфраструктура, больше, чем в этом районе, ее нет нигде. Здесь есть все. И фитнес-центры, магазины, рестораны на каждом шагу. Юля докажет. Юлечка живет, да, в этом районе. Здесь доказываю. Доказываю. Здесь совершенно рядом парк развлечений Universal Studio. 15 минут. 15 минут. Ну, от, да, этого, вот от, да, этого адреса 15, да, минут. Да. Ну, все есть в этом районе. Даунтаун 15 минут. До всюду можно добраться очень быстро. До любого пригорода Орландо, до даунтауна. То есть это самый центральный район, метрополитен эрия города Орландо. Комьюнити закрытое. Здесь ворота gated, то есть можно заехать только по коду. Смотрите, что я вам сегодня нашла. Кондо, они двухуровневые, то есть даже этот кондо, оно получится трехуровневое. Бывают двухуровневые, бывают трехуровневые. Кондо замечательное, очень просторное, очень красивое. Вот как раз я вам хотела сделать тур по этому кондо, но давайте я для начала вам вкратце расскажу, что и о чем здесь. Значит, комьюнити было построено в 97 году. Это кондо, в нем 1248 квадратных фут, квадратных метров, это 116 квадратных метров, две спальни и две ванных комнаты. Но еще здесь есть лофт на третьем этаже. Это отдельная комната. Лофт, да, это отдельная комната. У меня многие спрашивают, что такое лофт. Это не может считаться спальней, это типа бонусная комната, именно здесь у лофта нет окон, просто такая открытая просторная комната на третьем этаже. Что еще пропустила? Я пропустила налоги. Налог здесь 2304, HOA. Вот давайте по поводу HOA. Не путайте кондо и дома. Вы всегда как бы даете свои комментарии, что очень высокие HOA. В кондо они всегда выше, чем в частных домах, потому что в кондо за домом ухаживает ассоциация, за это она с вас и берет ежемесячно сумму больше, чаще всего больше, чем за частный дом, потому что за своим частным домом ухаживаете вы лично, вы меняете свою крышу, вы красите дом, вы стрижете там тоже свою травку и так далее. Здесь для вас все делает ассоциация. В этом комьюнити я не добавила неплохой бассейн. Очень такой милый, хороший. Он не очень большой, но очень милый, хороший бассейн. У них есть фитнес. Буквально за пределами комьюнити здесь можно пешком дойти. Огромные, по-моему, называется La Fitness, да, Юля? LA Fitness здесь рядом, да. Да, да. Но здесь очень много... И не только. Здесь большой Walmart рядом, здесь и Publix, Planet Walmart, Fitness. Очень много ресторанов, всего. Очень много... В общем, столько... вещей здесь как бы натыкано в этой местности, что вы нигде в другом районе Орландо не найдете на каждом шагу какую-то кофейню, очень маленькую обжитой. Кофейню, очень обжитой, очень красивая здесь природа, деревья, потому что это достаточно уже постарше район, как раз 90-х годов, уже все как бы такое стало более большое. Деревья вот какие большие. Ну давайте пройдем. Во-первых, смотрите, да, у этого кондо вид на такое замечательное озеро. Oh, it's okay. You can say a couple of words about this place. It's fine, you're not putting it there. Что мне еще нравится, помимо вида, да, здесь есть лавочки, можно посидеть и пожарить барбекю. Вот там можно шашлычок пожарить, даже не барбекю, видишь, там на углях. Да, на углях. Свои угли просто приносите и жарите. И прям вот выход из кондо, и можно сразу, это можно сказать, свое личное патио такое. Дворик. Вид, можно сказать, на озеро у этого домика. Практически домик. Вход отдельный. Так, я быстро скажу, что здесь вход
он с другой стороны, для это другой юнит. А, это понятно. Другой конда. Понятно. В это конда вход с этой стороны. Заходим. Здесь заходим. Заходим, и пьяным желательно не подниматься. И особенно не спускаться. Заходим. Там, я не знаю, ты сможешь показать или нет. Там гардеробная. Её, наверное, лучше при входе показать. Давайте, давайте покажем. Это удобно. Так, сейчас все сделаем. О, представляете? Вот. Большая. Mm-hmm. Я думала, поменьше будет. Не, нормальная, хорошая. Так, закрываем. Все, поднимаемся. Угу. Смотрите, какое просторное, просто очень-очень просторное кондо. Это две bedroom кондо. Угу. Смотрите на этот потолок. Здесь нет мебели, поэтому эхо, я сама себя слышу. Угу. Ну, кажется, еще просторнее. Что мне еще нравится? Вот такие вот закругления, чтобы поставить здесь обеденный стол. Мне так нравится, уют создается. Смотри, под обеденный стол там выделили? Есть, да. Кстати, да, в основном здесь ставят обеденный или наоборот, как бы для завтрака. А здесь... Два стола закрыли. Да, обычно они ставят же два стола. Один для завтрака, а другой, где гостей принимают. Ну, не в двух бедрумах. Разошлась я что-то, да? Ну вот здесь вот полочка, такая ниша. Здесь ниша для телевизора. Здесь обычно вешаются телевизоры, здесь ставятся диваны. Вот с этой стороны сейчас покажем диван. Здесь, ну, я не знаю, как это тут было еще можно какую-то софу поставить, потому что, ну, софа или как там, диванчик маленький. Либо. Кресло поставить, посмотрите, какой шикарный вид, просто с этих вот трех окон. Да. Там вот, в общем, за дубом, да, за дубом там хороший большой пруд, назовем это так. Давайте посмотрим окна. Кстати, еще есть за них фин, такие высокие, вообще бы уже пора было помыть окна. Я уже заметила, что они не очень чистые здесь. А кто моет окна? И чего? Я думаю, что я даже не знаю. Но у нас фасаде, не... Да? Да, мы с вами моем окна. Я думаю, они только фасады, может, раз в год должны они быть. Они моют фасады, да, и да. Как бы... Заодно и окна, да. Фасады, да, заодно и окна. Смотри, там тоже такое, видишь, окно. Да. Большое. Это дополнительный свет. Ну, хорошо. Мы получается. Даже не разобрались, как включить лампочки, но... Ну, в принципе, светло. Лампочек, да. Светло. Да, светло, потому что много окон, они такие большие достаточно, да? Mm-hmm. И поэтому кажется светло даже без включенного света. Покажи вот кухню. Конечно, бытовые приборы, это нужно все менять. Ну, они не стоят. Они большие, есть. Большие. Да. Они есть. Они, если вы, если приобретает это кондо инвестор, у меня здесь очень много инвесторов в это, именно в этом комьюнити приобретают кондо. С хорошо Майами, сдается, местные, что... с других штатов, с Чикаго. Я здесь уже продала, ну, достаточно много юнитов. Здесь очень хорошие, здесь достаточно хорошие чуей. Я не могу... А сколько очень хороших... Нет, не размеры чуей. Я, по-моему, не сказала. Я имею в виду, что сам менеджмент. Его можно найти, можно всегда задать вопрос. На это кондо чуей 326 в месяц. Чтобы вы понимали, в моем комьюнити 317 за однобедрумную. Вот. Так-то вот. В этом комьюнити всегда считалось для кондо, это ассоциация у нее, мне кажется, ну, по крайней мере, что я видела, это комьюнити самые лучшие, вот эти вот кондо-фин. Угу. 326 вот за такую площадь. Это хорошо. Они очень хорошо ухаживают за комьюнити, здесь постоянно чистенько, то есть, ну, в принципе, ты видишь, работа зеленое такое, зеленое. Да. Очень уютно. Ну, вот из плюсов можно сказать... Натуральный камень. Да, гранит. Это гранит. Здесь большая редкость. Да. Мой инвестор, он всегда покупает, он делает полностью ремонт. Очень хороший, шикарный. Но в основном вы увидите кондо вот в таком состоянии здесь. И то, что гранит, это редкость. Редкость, да. Здесь обычно пластика вот эта вот поверхность. И уже когда кто-то покупает, обновляет, а может быть так и сдает. Угу. Вот такая... Старенькая плиточка. Электрическая. То есть здесь электричество. Да. Ну, то есть, если бы я купила эту кондо, я бы, конечно, надо все менять. Поменяла. Да. Угу. Я даже бы сказала, что здесь надо бы освежить было бы все комнаты в плане краски. Ой, это 100%. Да. Любой инвестор это будет делать. Да. Тем более, это если это делать, ну, конечно, самому
может быть, иногда напряжно, но mm-hmm. если делать это самому, то это вообще копейки будет стоить. Если нанимать, то уже... Ну, самому, как mm-hmm. обычно, всегда. Всегда. Я же сказала, что эта конда стоит 158 500 тысяч, mm-hmm. я не сказала. А извините, цена ли это? Извините, мы так немножко спешим. Ага. Цена это считается рыночная, либо ее можно сбить? Я вам скажу, что эта цена завышена. Эта mm-hmm. конда стоит давно уже на рынке. Видимо, продавец не торгуется, но цена очень завышенная. То есть эта конда стоит 158 500, точно такое же. Мы купили, буквально закрылись меньше, чем месяц назад с моим инвестором с Майами. Мы приобрели эту конду за 145. Вот так-то вот. Ну, короче, десяточку можно и скинуть, да? Да. Ну, видите, она не скидывает. Кстати, эта конда выставлена на продажу и на аренду. Угу. Вот, аренда такого конда 1500. Недорого, кстати. И недорого, и в принципе, дороже, если учитывать, что если можно было бы его приобрести за 145, угу. то здесь получается практически 1% вот этого ревеню. Угу. Я не очень знаю, как по-русски. Ну, то есть в год, то есть соотношение цены, да, и цены покупки, и цены аренды получается ага. 1:1. Ага. Это очень редко, обычно 1:0.7. Ага. Это какая-то статистика. То есть выгоднее, да, как бы получится тогда? Это получится купить. Достаточно выгодно, да. Ну, тогда вот почему, понятно, инвесторы любят. Я просто как не смотрю другие районы, например, частный дом, да? Угу. Если ты его покупаешь за 3,5, то приблизительно, ну, это нужно делать, естественно, анализ рынка, то приблизительно сдать его сможешь там за 2700. То есть идет какая-то, знаешь... не совсем соотношение пропорциональное. Да, здесь да. оно получается очень пропорционально. Если купить за 145 и сдать за 1500, получается 1:1 цена и аренда. Давай пойдем сейчас в одну из спален. Так, это спальня какая, мастер? Ты знаешь, здесь нет. Нет, здесь две одинаковые, здесь, да? Мне кажется, они две одинаковые. Mm-hmm. Мастер, я уже не помню. А здесь-то ведь тоже красивый. Другая побольше. Посмотрите. Вообще глаз будет отдыхать. Вот только окна помыть, и будет все замечательно. Ой, очень радует глаз, когда вид на озеро mm-hmm. или на какой-то прудик, да, mm-hmm. зелено так. Гораздо лучше, если на соседей, чем на соседей. Мне самой же хотелось купить. Ага, нет, правда. У нас просто у нас в наших апартаментах тоже красивый вид из окна, и я просто смотрю и кайфую. Просыпаешься, mm-hmm. и такой вид классный. Mm-hmm. Это очень вообще, много значит. У вас вообще шикарно. Красивый да. комьюнити, боже мой. Mm-hmm. До вас пока доедешь, там можно и в аварию попасть. То в одну сторону посмотришь, там боль в курсе, здесь да. зелень везде. Мы вам покажем. Красивый. Так, здесь у нас тоже, в общем-то, гранит, посмотрите. А так все очень даже стандартно, да? В принципе, ванная. Что тут у нас еще? Там большая гардеробная. Да. Так, здесь туалет. И вот она большая гардеробная. Так, вот это очень стандартно. Здесь они красят стены. Обычно облицовывают только все вокруг самой ванной. Так, все. Кто-то спрашивал у нас, да, такой вопрос. У нас действительно плитка укладывается только в душевых кабинах или вокруг ванны. В основном, в остальном как бы красится просто стена, да. а водоотталкивающей краской. Угу. Вот здесь, смотри, здесь я что-то нашла. Стиральная сушильная машина, кондиционер и водонагреватель. Они такое подсобное помещение. Угу. Здесь все в одном. 4 в одном. Угу. Все закрывается тоже. Пошли дальше. Значит, все же еще та, один туалет. Та спальня была мастер. И ванная. Поменьше, да? Это ванная комната, она получается как гостевая. Угу. Потому что она открыта и в гостиную, и в спальню. Понятно. Значит, мы только что сняли мастер, и это гостевая спальня. Да, здесь и гардеробная как будто немножко поменьше. А может быть такая же? Не, чуть-чуть поменьше. Поменьше, да? Да, чуть-чуть. Ну, тоже большая. Хорошая. Так, ну давайте пройдем. Да, наверное, немножко поменьше она, эта комната. Поменьше, да?
Дай-ка я посмотрю, что... А даже если она такая, у нее выход, ну, вид у нее не такой красивый, а значит, то мы будем считать мастером, да? Да, точно. Здесь вот, видите, вид на соседей. В принципе, при большом желании можно увидеть озеро тоже. Можно, можно увидеть. Вот оно там. Можно наблюдать, как жарят там шашлыки. И сглатывать слюнку. Из окна. Наблюдать. Так, что мы еще? Всё, покажем мы лофт? Да, давай покажем мое любимое место в этом доме. Лофт. Поднимайся тогда, дружище. Снимочки. Так, вот так вот. Сейчас мы поднимемся, и вот там вот у нас лофт. Поднимаемся. Вот он. Посмотрите-ка. Очень такая я приличная часто комнатка. Часто вижу, здесь делают офис. Угу. Здесь делают вторую гостиную для детей, там игровую. И также часто вижу, ее используют как просто третий бедрум, если приезжают гости. Здесь стоит софа, которая раскладывается, и гости могут спокойно себе спать. Да. Единственное, что в ванную приходится спускаться на этаж ниже. Очень хороший, на озеро также выходит. В этом комнате буквально каждое окно выходит, кроме гостевой спальни, выходит на очень красивый вид на озеро. Дорогие друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, очень надеюсь, что вам понравился и наш рассказ. И, в принципе, Хонда очень симпатичный район. Действительно, Метровес – это один из моих любимых районов Орландо. В городе Орландо. Здесь существует, как бы есть еще другие квартиры. Еще одна выходит скоро на продажу, мы ее тоже покажем попозже. Там ремонт заканчивается. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы на них ответим. Если еще какие-то пожелания есть по другим видам недвижимости в ценовой категории, дом, таунхаус, кондо, тоже пишите. Мы попробуем для вас такие варианты подобрать. И до следующей встречи. Пока! Итак, здесь у нас почтовые ящики, люди забирают свою почту, сюда почтальоны доставляют посылочки и письма. Вот посылочки вот здесь можно забирать. Так, а мы идем смотреть клабхаус, может быть, не получится, но бассейн сейчас вам покажем. Здесь у нас друзья живут. И вот у них вид на бассейн, знаете ли, что тоже неплохо. Ну, такой вот здесь небольшой, но приятный бассейнчик. Здесь, конечно же, сейчас закрыто, но, в принципе, здесь, по-моему, то ли до 5, то ли до 4 бассейн открыт. Вот в нашем комьюнити бассейн до сих пор не открыли в связи с ковидом. Здесь вот он открыт. В общем, кто как хочет правила, тот и устанавливает каждый менеджмент. Что хочет, то и делает. А вот там, здесь вот такая вот есть беседочка, столики, стулья, лежаки.
И вот это здание, здесь находится тренажерный зал. Туда мы тоже пройти сейчас не можем, но в принципе он открыт днем. Обязательный атрибут для собачек. Если вы имеете здесь собачку, то должны убирать за ней. Все условия для этого здесь есть. Ути-ути-ути. Зайки. Лапочки какие.